Привет, друзья! Вы смотрите канал CryptoInvest. Сегодня я познакомлю вас с новым проектом, листинг которого произойдет уже 17 января на трех биржах. Поговорим мы сегодня о Dabbycoin. Данный проект родом из Дубая. По мнению специалистов-аналитиков, Dabbycoin зарекомендовал себя как одна из значимых криптовалют на рынке. Dabbycoin входит в топ-3 рейтинга ICO, листинг онлайн. В этом листинге Dabbycoin достиг категории премиум и получил 9,6 балла в рейтинге. У проекта будет свой токен под названием DBC. Построен он на блокчейне Binance Smart Chain. А функционал токена будет иметь достаточно высокий уровень безопасности и надежности в своей работе. К тому же планируется использовать DBC как криптовалюту для оплаты услуг и покупки продуктов по всей планете. Это токен, в котором технология присутствует в одной из самых стабильных экосистем на рынке, обеспечивает безопасность транзакций, низкие торговые сборы и большую гибкость в обмене информацией. Если мы говорим о безопасности, то компания Dabbycoin успешно прошла аудит от TechRate. TechRate – это аудиторская компания, создана командой инженеров и аналитиков, специализирующихся на технологии блокчейн и бизнес-аналитики, обладающих высоким и обширным опытом работы на крипторынке и известной своими рыночными отчетами, сделанными во время бычьего рынка для технических оценок проектов. Это вызывает дополнительное доверие и спокойствие у инвесторов. Также с деталями этого аудита и подробным отчетом можно ознакомиться на официальном сайте. Для того, чтобы поучаствовать в сейле токена DBC, необходимо зарегистрироваться на сайте, войти в свой личный кабинет и перейти в раздел Buy Token. Далее выбрать метод оплаты: Ethereum, Litecoin, BNB, TRX, USDC, Bitcoin и другие. Указать желаемое количество токенов DBC и нажать Market Payment. Совершить оплату и готово. Сейчас уже идет третий раунд продажи с ценой за токен в 7 центов. Теперь о будущих планах проекта, то есть о дорожной карте. С января 2022 года планируется запуск на трех биржах в один день. Продвижение чемпионата мира трейдеров. Арбитраж между биржами, то есть покупка и продажа на разных биржах по разным ценам, что позволяет повысить прибыльность сделок. Запуск приложения Dabbycoin для iOS и Android. Запуск DeFi Dabbycoin. К слову о листинге, токен DBC уже заключил соглашение о листинге на таких биржах, как Coinbean, Hotbit, LaToken, PancakeSwap. Для расширения Dabbycoin привлек большое внимание рынка. Это связано с тем, что DBC расширяла свою сеть стран на каждом раунде предварительной продажи и уже присутствует примерно в 40 странах по всему миру. Также компания ведет переговоры с компаниями туристического сектора в Дубае, Бразилии, США и Португалии для установления партнерских отношений. А значит, клиент, у которого есть DBC, может использовать его для оплаты проживания, туристических туров, аренды автомобиля и прочее. Это указывает на то, что DBC находится на правильном пути к вершине. Многие эксперты уже указали, что токен DBC является смелым, прозрачным, безопасным и инновационным. Если вы хотите ознакомиться детальнее с проектом, переходите по ссылкам в описании. Изучайте white paper и не забывайте о рисках, ведь в сфере криптовалют они также присутствуют. Я вас ни к чему не призываю и перед любым решением проводите свой собственный ресерч. А на этом у меня все, спасибо, что смотрели. С вами был канал CryptoInvest, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые ролики. Всем пока!